Тамам, 33-й хадис. Кто расскажет 33-й хадис? Леворак. Салам алейкум. Хадис 33. Саллаллаху алейхи ва саллям. Лау юта. Рижалу. ولكن نعم نعم حديث حسن رواه البيهقي وغيره وهكذا هكذا وبعضه في الصحيح المغرب после азана минут 30-40 во время максимум. А то, что у вас полтора часа между, то есть всегда, если ты посмотришь, чаще всего во многих странах, если Магриб Айша, Магриб ровно через полтора часа Айша бывает. Это по ханбалин, по некоторым мазхабам, что через полтора часа делают. То есть, чтобы застать и достоинство того, что то есть, откладывать молитву и так далее. Что касается молитвы Магриб, ее время после азана минут 30-40. Чтобы человек, который откладывает свою молитву до азана Айша и думает, что то есть, ничего и так далее, его молитва давно вышла уже время. Поэтому самый короткий, то есть промежуток между азаном и икамой, когда бывает? На Магриб. Почему? Потому что очень короткое время молитвы. Самое короткое время молитвы. Нам. Хадис ибн Аббаса, ради Аллаху анума, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал. Ляу юта ан-насу бидаъвахум ляддаъа риджалун амуаля каумин ва димаъахум. То есть, если бы каждому было бы дано по его, то есть, заявлениям, хорошо, то есть если бы каждому человеку давалось бы по его заявлениям, то люди бы заявляли бы о том, что они имеют право на имущество людей и на кровь людей. Хорошо, то есть каждый бы заявлял бы. Но, говорит, что притязающему, то есть человек, который подает иск, заявляет на кого-то и так далее, он должен что? Привести свой довод, а тот, то есть ответчик должен что? То есть ему надлежит просто поклясться, если это, то есть неправда. Если то есть, у него нет того, что то есть, указывает, то есть если у заявителя нет довода, то тогда человеку надлежит просто поклясться Аллаху субханаху ва тааля, и тогда он будет невиновен. Хороший хадис этот, передал его Байхаки и другие, и то есть, некоторые части этих хадисов есть у, то есть пришло имам аль-Бухари и Муслим. Говорит опять же шейх аль-хадису аслюн азимун мин усуль ахкам. То есть этот хадис является одной из величайших основ в вопросах ахкамов, то есть постановлений шариатских. То, что то есть, пришло имаму аль-Бухари и Муслима, что посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ля уйота насу бидавахум, ля дда анасун дима риджалин уамалихум, лякин аль-ямина аль-мудда алей». То есть, как пришло имам аль-Бухари и Муслима, что сказал посланник, алейхиссалату вассалям, если бы людям бы давали просто по их заявлениям, то каждый бы заявил, то есть, люди бы заявляли бы о своих правах на кровь, кровь других людей и на их имущество. Но тот, на кого заявили, ему надлежит что? Поклясться Аллахом. То есть, если это является неправдой. У Фириваятин также в версии говорится другой, что пророк, алейхиссалам, анна набия, саллаллаху алейхи вассалям, када анна льямина аляль-мудда алей, что повелел или же, то есть рассудил таким образом, что тот, на кого заявляют, он должен что? Поклясться. Чтобы доказать свою невиновность, он должен поклясться. Также имам аль-Бухари и Муслим передали, то есть от аль-Аш'аса ибн Кайса, что он сказал, то есть, радиаллаху анну, он говорил, кана байни ва байна раджулин хусуматун фибир, что я с одним человеком поспорил по, то есть, по что, то, того, что касается то есть, какого-то колодца. Фахтасамна иля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. То есть мы вернулись к посланнику алейхи ва саллям в этом споре. Фахтасамна, факаля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, шахидака ау ямину. То есть либо пусть у тебя будет два свидетеля, либо же он поклянется пусть. Культу идан яхлифу валя юбали. То есть и тогда я сказал, то есть он поклянется и, то есть, и в чем проблема? То есть просто возьмет и поклянется. Факаля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, посланник алейхиссалату вассалям сказал, «Ман халяфа аля яминин ястахикку биха малян хуа фиха фаджир, лекия Аллаха ва хуа алейхи гадбан». Тот, кто поклянется Аллахом субханаху ва тааля, то есть дозволяя себе имущество, которое он знает, что оно не позволяется ему, то есть это не его, то есть он через, то есть переходит границы дозволенного в этом, встретит своего Господа в судный день, и Аллах будет гневный на него, то есть разгневанный на него. То есть Аллах субханаху ва тааля будет в гневе на этого человека, когда он с ним встретится. فأنزل الله تصديق ذلك Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал подтверждение этим словам, прочитал, то есть он إن الذين يشترون بعهد الله أيمانهم إن نعم وأيمانهم ثمنا قليلا, то есть поистине те, которые покупают
своими клятвами, то есть какую-то, то есть дешевую цену и так далее, до конца хадиса. В версии Муслима говорится, что он сказал «Идан яхлиф», то есть говорит, что, то есть тогда он же, он поклянется, то есть он просто поклянется и заберет его себе, то есть этот, хорошо, то есть у меня нет свидетелей, а он просто поклянется. И посланник, алейхиссалату вассалам, сказал «Лейса лака илля залик», то есть это то, что, то есть у меня есть для тебя. То есть шариатский хукм таков, шариатский хукм таков. Но, нам, и... Я вам рассказывал уже, по-моему, да, историю, не раз уже, историю про двух братьев. Это, то есть нам один из наших шейхов рассказывал, человека, которого он знал хорошо, то есть один из них работал в Джидде преподавателем в университете, другой же жил, то есть в местности называется Аль-Баха, хорошо, то есть южнее, то есть хорошо, Мекки и так далее. То есть человек, который работал преподавателем в институте, если я не ошибаюсь, работал, половину своей зарплаты отправлял своему родному брату, чтобы тот занимался торговлей. И действительно, то есть через долгое время, Аллахумма барик, то есть у того, хамдулилля, то есть пошла торговля на имуществе кого? Его родного брата, который отправлял ему все это время. Когда он тут приехал, сказал, то есть, ну, мне мою половину дай, все, альхамдулилля, у тебя все хорошо и так далее. Он сказал, какую половину? Говорит, мои деньги были, то есть это все, ты крутил мои деньги. Он говорит, ничего нет, есть доказательства? Говорит, нет, говорит, как я тебе, что я тебе, то есть два родных брата. Тогда, говорит, я тебе ничего не дам. И он обратился к матери. Мать что, не захотела ссорить детей там, и так далее, то есть лазить в это и так далее, говорит, что то есть не надо, прости его и так далее. Он говорит, субханаллах, как прости, говорит, столько имущества, я все это время работал и так далее, чтобы он вот так мне сказал. И он обратился в суд. Мать не стала свидетельствовать ни в одну пользу. То есть она просто промолчала. Хотя знала ответ, то есть знала кто, что, почему, зачем и так далее. И действительно, то есть тот человек приехал в Джидду хорошо, думает, и на море заодно заеду, всю свою семью взял, на большой машине приехал. И некоторые советчики, хорошо, когда он заходил туда, то есть в тяжбу и так далее, в этот суд, сказал ему, знаешь что, если ты просто поклянешься, вся твоя торговля у тебя останется, не проблема. То есть он сейчас, то есть у него нет довода. Зашел, и действительно тот, что сказал, валлахи, это неправда. Его брат сказал «Аманту билля», то есть я верую в Аллах, я доволен тем, что сказал Аллах Субхана ва Тааля, все. Что случилось? Этот человек радостный взял свою семью всю и отправился на море, и по дороге перевернулся. Машина сгорела, все умерли. Там же, Субхана, в том же, все умерли. Что случилось? То есть человек не пожелал себе взять половину, которую дозволил ему Аллах Субхана ва Тааля, и половину отдать человеку. Что в итоге случилось? Все ушло туда. Ни одного у тебя наследника не осталось, никого не осталось, и все возвращается куда? Возвращается к первому. И вот так вот, Субхану Всевышний Аллах смотрит. Поэтому должны быть довольны Всевышним Аллахом. Если Аллах Субхану повелел так, мы должны знать то, что твое, ля яды айндалла, то есть не потеряется оно Всевышнему Аллаху Субхану Тааля никогда. Амр ибн Шуайб ан абихи ан джадди ан ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо, также от Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда, передается от пророка алейхи салату ва салям, что он сказал: аль-байянату аль-муддаи валь-ямину аль-ман анкар илля филь-касама. Что, то есть довод должен приводить тот, кто заявляет, а поклясться должен тот, кто отрицает. Кроме как аль-касама. Что такое аль-касама, кто знает? Что такое аль-касама? Тёзка твой позвонит. Аль-касама, что такое аль-касама? Фикхул джинаят у вас же был? А? Какая клятва? Сколько раз? У тебя фикхул джинаят был? Тогда придется тебе. Тамам. То есть это что такое касама? Касама — это определенное положение в шариате. Когда у нас есть два рода, два племени, два семейства, которые между собой враждуют. Между собой враждуют. И одного человека из одного из этих двух семейств убили. И у нас нет никакого довода, кто именно убил, почему убил и так далее. Но одно племя знает, кто убил и оттуда что. То есть эти убили и хорошо и знают, кто убил. Но у них нет довода. Что они могут сделать? Они говорят «Аль-Касама». Что такое «Аль-Касама»? 50 человек из родственников этого убитого клянутся 50 раз, точнее нет, сколько-то человек, не помню точно, сколько, или может быть 50 человек, клянутся каждый по 50 клятв. 50 клятв дают, что «Валлахи, валлахи, валлахи, валлахи» и так далее, 50 раз, что это был такой-то. И если они все свидетельствуют, то тогда шариатский хокм какой? Что надлежит убить того человека. Во-первых, здесь есть причина. Здесь есть причина, у них известна вражда есть. То есть есть мотив преступления, во-первых. Во-вторых, не представляется возможным, что человек
столько разных людей свидетельствуют за одного, клянутся 50 раз. Не представляется такое возможно. То есть кто-то да откажется, скажет, о чем вы говорите, то есть это неправда там и так далее. То есть они это сделают только если они вот полностью уверены. Даже если мы представим, что есть такое, что кто-то сделает, будучи неуверенным и так далее, неуверенным и так далее, желая навредить, то опять же мы что? Аманна билля, мы веруем во Всевышнего Аллаха Субхана. Но этот вопрос, вопрос чего? Мы сказали, вопрос исключения. То есть это пришло в сунне. وقال قتادة فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر سبحان الله قتادة قتادة кто такой قتادة بن ديامة السدوسي один из تابعين في учеников أنس ابن عباس брал он تفسير ابن عباس и он в تفسире слов Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля то что Аллах Субхан Тааля дал то есть Дауду فصل الخطاب что такое فصل الخطاب он говорит комментарий он дал что فصل الخطاب это слова что довод на том кто заявил А тот, кто отказывает, хорошо, то есть должен поклясться Аллаху. Вот это и есть его фасл-ль-хитаб, который был дан, то есть ему. То есть фасл-ль-хитаб это что? То есть такие слова, которыми он судил людей. Вот это говорит его суд. Слова посланника, алейхиссалату ассалям, аль-байинату аль-муддай. То есть довод должен приводить, или же, то есть аргументы свои должен приводить тот, кто заявляет. Аль-байинату хия ма абан аль-хак. То есть что такое аль-байина в арабском языке? Откуда взято слово аль-байина? Ма абан аль-хак. То, что разъясняет истину, то, что указывает на истину. Вот что такое аль-байина, то есть довод, аргумент. فَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ أَوْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَمْرَأَتَانِ Нам говорит, что, то есть, либо же, то есть, хукм какой бывает у нас, то есть, судья должен, либо же, то есть, если тот, на кого заявили, хорошо, ответчик даже, он получается, если он признал, во-первых, то есть он судит, или же, если что, есть два свидетеля, или же один свидетель, мужчина и двое женщин вместе с ним, хорошо, то есть их трое, в общем, должно быть, а у раджулин ваямин аль-муддаи ваямин аль-мункер, хорошо, то есть и также, либо же, то есть какой-то свидетель, и клянется тот, кто заявляет, и клянется тот, кто, то есть отказывает, ваямин аль-рад, то есть или же, то есть ваямин аль-рад, то есть или же, то есть клятва, Аллаху алям, ямин аль-рад, что подразумевается, есть что-то, ямин аль-рад, айн-дак-шей? Имин ур-рад, Аллах алим, не знаю, что за имин ур-рад. وَبِعِلْمِهِ إِذَا لَمْ يُتَّهَمْ То есть, и если он знает, хорошо, то есть, опять же, это вопросы, конечно, спорные в любом случае. То есть, بِعِلْمِهِ إِذَا لَمْ يُتَّهَمْ То есть, если судья знает истинное положение, то есть, также может судить, но Аллаху алим, у нас придет с вами, что на самом деле он не имеет права судья судить по своему знанию. Должен он смотреть именно на то, что пришло в шариате. На довод, если довода нет, то хватает клятвы, даже если я знаю. Кроме как, если что, то есть, لَمْ يُتَّهَمْ Лям Юттахам, то есть он какой-то, то есть достойный доверия и так далее, хорошо. И, то есть, и это как Карайн, как то есть, дополнительные косвенные аргументы, косвенные улюки и так далее. Ибн Аббас, радиаллаху анхума, говорил на Набия, саллаллаху алейхи ва каза би ямини ва шахид. То есть посланник, алейхиссалату вассалям, как-то рассудил из-за того, что один человек поклялся, и у него был один свидетель. То есть вместо второго свидетеля он поклялся. На. То есть хадис передал Муслим Абу Дауд ан-Насаи. Джабир радиаллаху анхума говорил: "Анна раджулейн ихтасама фи накатин фа кала куллу вахидин минхума нутижат хази ан-накату инди ва акама байна". То есть двое человек поспорили. По двое человек поспорили, то есть по отношению, то есть какой-то верблюдице. Каждый сказал, что, то есть это верблюдица, то есть ее родила моя верблюдица, то есть ребеночек, хорошо, то есть ну верблюжонок. То есть это мой верблюжонок. Каждый, то есть говорит, что это наша верблюдица родила. И послание, то есть и каждый привёл довод. У каждого был свой довод. Пророк, алейхиссалату вассалям, то есть рассудил таким образом, что тот, у кого она была, тому она и принадлежит. То есть, смотрите, я поспорил с тарихом, например, из-за барашки. Хорошо, то есть барашек у него, и я говорю, то есть у меня есть довод, и у меня есть свидетели, что это, то есть моя овца родила этого барашка. Он говорит, нет, у меня есть также свидетели, хорошо, то есть которые заявляют, что нет, что это барашек у него. Приходит рамиз, чтобы нас рассудить. Кому он должен отдать этого барашку? Тому, у кого этот барашек сейчас на руках. Потому что это дополнительный аргумент. То есть, почему он у него, а не у тебя, если это твой барашек? Почему он у него сейчас? Значит, он все-таки его. Так или не так? Тамам. Ибн Умар, радиаллаху анхума, говорил на Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, «Раддал ямина аля талибил хакки равахума ад-Дарқутни». То есть, хорошо, то есть, это... На. Хадис мункар. Халимудда алей, ва талиба ямина... А, все, понял, что такое ямин ур-рад. Тамам. Ямин ур-рад, это правильно будет тогда. Ибн Умар говорил, что пророк, алейхиссалату ассалям, то есть, смотрите, какая ситуация. Это называется ан-нукуль называется. То есть, в шариате, в фикхе и так далее.
То есть, когда у нас что заявляет кто-то, говорит, что я говорю, что тарих мне должен 1000 дюней. Тамам, тарих говорит, я не должен тебе ничего. Приходит рамиз и судит нас. Тамам. И у меня нет довода никакого на это. Я говорю, я ему дал наличными, то есть он, как бы, я не думал, что он как-то мне что-то сделает и так далее. Рамиз говорит, хорошо, тогда тарих, ты должен поклясться, что ты хорошо, то есть не брал. Он говорит, я не буду клясться, но я у него не брал. Тогда мы что говорим? Мы говорим, что? Что либо он клянется, либо же клятва возвращается ко мне. Я говорю, валлахи, он у меня брал. Хорошо, то есть вот это называется ямину рад, что клятва это возвращается ко мне. То есть, ну, я, Аллаху алям, то есть, есть такое, то есть, не знаю, обязательно ли, то есть, будет заставлять клясться другого, но в любом случае, если тот, на кого заявили, отказывается клясться, это указание на то, что он как бы, то есть, отлынивает, не хочет клясться. Почему? Значит, что ты, то есть, потому что если ты уверен был бы в своей правоте, в чем проблема тебе поклясться в суде, так или так? Поэтому что? 1000 дюней мне вернешь. Фаида лям яхлифиль мудда али и барашку. Не, барашка у него, она же у него в руках была. Фаида лям яхлифиль мудда, хотя давай 1000 дюней себе оставь, у меня барашку не просекал. Фаида лям яхлифиль мудда алейхи ва талаба ямин аль мудда и фалаху залик. То есть поэтому, если тот, на кого заявили, то есть отказался клясться, то судья может попросить поклясться того, кто заявляет, и тогда что? Тогда вопрос решен. Ва кад кана шурейхун, шурейхун аль кады, хорошо, то есть известный, то есть Ияс ибн Муавия, его называли Шурайх аль-Кады, то есть он был известный как Шурайх аль-Кады, хорошо, то есть он был, то есть известным судьей, звали его Ияс ибн Муавия, точнее, это Ияс ибн Муавия, это другой Ияс, Ияс ибн Муавия, это другой был, Шурайх аль-Кады, хорошо, то есть Ияс ибн Муавия, они что, яхкумани филь амуали аль-мутаназа айфия, то есть хорошо, то есть они что, судили, то есть разные, то есть вопросы имущества, то есть какие-то спорные имущественные вопросы, они судили в этих вопросах. بِمُجَرَّدِ الْقَرَائِنِ الدَّلَّةِ عَلَى صِدْقِ أَحَدِ الْمُتَدَاعِينَ. Что, то есть иногда они делали, то есть каким образом рассуждали, то есть двух, хорошо, то есть в тяжбе вот этой судебной, из-за того, что то есть какие-то косвенные улики, указывающие на это. Косвенные улики, я вам приводил примерные, то есть на косвенные улики. То есть, например, что, то есть у меня нет денег, хорошо, и Рамиз заявляет о том, что он мне 10 тысяч дюней дал. 10 тысяч дюней дал. У меня не было денег до этого. То есть все знают, что у меня ничего не было. И тут я через день, машаллах, то есть что-то покупаю очень дорогое, например, хорошо. И Рамиз говорит, через какое-то время, то есть я тебе таком-то дне, я тебе дал столько-то денег, когда ты мне их вернешь? Я тебе говорю, ты мне ничего не давал. Свидетели что-нибудь есть? Нет. Хорошо, то есть он приходит и говорит, клянется, говорит, валлахи, хорошо, то есть он то есть взял у меня и так далее. И у нас идет спор. Спор. Таким образом, и судья может посмотреть на аль-караин, то есть на косвенные улики. Из-за этих косвенных улик он что? Потому что оно в любом случае, братья, возвращается к чему? Кады, то есть судье. То есть судья будет судить. Даже если он неправильно рассудит, это личные его проблемы, и он, то есть, предстанет перед Всевышним Аллахом субханаху и ответит. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал про кадыев, про судей, что? Что трое из четырех где? А? В огне, сказал, то есть трое или двое из трех, да? Двое из трех, да, то есть в огне и один только в раю, потому что, то есть чаще всего хорошо, то есть они что? То есть судят несправедливо, ну не чаще всего, то есть ну, многие судят несправедливо, Аллаху мусалам. وَقَضَى شُرَيْحٌ فِي أَوْلَادِ هِرَّةٍ تَدَاعَهَا إِمْرَأَتَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا تَقُولْ هِيَ وَلَدُ هِرَّتِي قَالَ شُرَيْحٌ أَلْقِهَا مَعَ هَذِي فَإِنْ هِيَ قَرَّتْ وَدَرَّتْ وَاسْتَبَطَّتْ فَهِيَ لَهَا وَإِنْ فَرَّتْ وَهَرَّتْ وَبَارَتْ نَعْمْ فَلَيْسَ لَهَا. Тамам. То есть и также, то есть две женщины спорили о котятах. Одна сказала, что это моя кошка родила этих котят, другая сказала, что моя кошка родила. И тогда Шурайх сказал, что, то есть отпустите этих котят и посмотрите. То есть если они будут крутиться, играться рядом с одной, то это ее котята. Если же с другой, то есть матерью имеется, то тогда это ее котята. Хорошо. قال ابن قتيبة ابن قتيبة قال قوله واسبطرت يريد امتدت للرضاع وإن بارت нам ва кшарат ва танафаш. То есть имеется в виду, что то есть эта кошка захочет их покормить своих детей, и эти дети будут к ней идти, то есть и так далее, таким образом рассудить. Также, то есть известная история, что когда к Дауду пришли, и то есть две женщины, хорошо, то есть каждая, то есть две женщины были вместе, хорошо, у каждой был по новорожденному ребенку. И пришел волк и скушал одного из детей. И они начали спорить, оставшийся ребенок кому принадлежит. Хорошо, взрослая и молодая, то есть каждая из них спорила. Пришли к Дауду, и взрослая переубедила, и то есть Дауд сказал, что он, то есть твой. Когда они выходили, они встретили Сулеймана. Алейхим ассалям, алейхим аля абихи ассалату ассалам. И сказали, то есть вот так-то, так-то. И что он сказал им? Сказал хорошо. Дал им нож
и сказал: давайте сделаем так, чтобы по-честному было, разрубим этого ребенка, половину заберешь ты, половину заберешь ты. И тогда младшая из них заплакала и сказала: это ее ребенок, оставь его ей. И он что сказал? Это ее ребенок. Вернул ее молодой. Почему? Потому что, то есть, у той не было таких эмоций, потому что это не ее ребенок. То есть разрубишь, не разрубишь, хамдулля, то есть у меня одного съели, вот у тебя тоже не будет, там, и так далее, хорошо. А это переживало, то есть пусть мой ребенок живет, хоть и не у меня. Тамам, то есть это называется, что карайн, то есть какие-то, то есть косвенные улики и так далее и тому подобное. То есть и вопрос судейства, братья, это, субханаллах, вещь, сихр, хорошо, это колдовство, субханаллах, это вещь, Аллаху Акбар, то есть удивительные вещи. То есть это вещи, которые, субханаллах, вот Аллах, субханаллах, кому-то открывает, и вот, то есть, и если Всевышний Аллах, вот как Шураих там был и так далее, кто-то известный своим справедливым судом и так далее, это, то есть от Всевышнего Аллаха, субханаллаху, ва тааля. И само слово сихр и так далее, то есть оно так используется. Это рассказывает про то есть айляль, то есть значение, знание скрытых проблем хадисов. Многие из передатчиков хадисов говорили, что это знание, это сихр, колдовство, говорит. То есть колдовство в каком смысле, что это что-то удивительное, то есть скрытое какое-то у людей, хорошо, то есть у ученых, что, то есть вещь удивительная, субхана. Валлаху мустаан. На. وروي عن علي أنه أحلف المدعي مع بينته أن شهوده شهد بحق. То есть также пришло от Али, что он, то есть заявителя заставил, то есть с доводом заставил поклясться, что его, то есть свидетели свидетельствуют истинно. Свидетельствуют, то есть видимо усомнился в его свидетелях, правду они говорят или нет. Сказал: ну поклянись, что твои свидетели говорят правду. Валлахи, сказал, например. Исхак говорит: «Иза стараб аль-хаким ваджаб аталик». То есть Исхак говорит что? Что если сомневается судья в истинности заявления, то есть свидетелей и так далее, то что является обязательным ему заставить их клясться, то есть поклянитесь Аллахом сказать и так далее. Ибн Аббас каля фил мар'ати аш-шахидати аля ар-рада иннаха тустахлаф. То есть также сказал о женщине, которая заявляет о том, что она, то есть кормила кого-то грудью действительно, что нужно потребовать ее клятву. Нужно потребовать ее клятву. وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت فأوصى إلى رجلين مسلمين معه وسلمهما ما معه من المال وأشهد على وصيته كفارا نعم ثم قدم الوصيان فدفع بعض المال إلى الورثة وكتم بعضه تمام. То есть Масуд, ибн Масуд рассудил таким образом одного мусульманина, который умер, и завещал двум мусульманам, которые были вместе с ним, и дал им то, что у них, то есть из имущества, и то есть и за, то есть, на вот это свидетельство, некоторые неверующие хорошо засвидетельствовали, что действительно я дал им столько-то имущества, то есть я дал им 1000 динаров, например, и такое-то завещание у меня, то есть все, я умираю, отдайте это моим детям и так далее и тому подобное. И тогда эти двое пришли, и они оставили какую-то часть себе, остальное отдали наследникам, хорошо. ثم قدم الكفار فشهدوا عليهم بما كتموه من المال. Затем пришли те неверующие и сказали: сколько они вам дали? Те сказали: столько-то, 700, например, динаров. Они сказали: было 1000 динаров. Мы свидетельствуем, что было, когда умирал ваш отец, и он отдавал им 1000 динаров, а не 700. То есть они еще 300 спрятали. فدعا الوصيين المسلمين فاستحلفهما ما دفع إليهم أكثر مما دفع. И тогда что? То есть Ибн Масуд позвал этих двух мусульман и заставил их клясться, что они действительно взяли только столько и больше ничего не брали. Затем позвал кафиров, ثم دعا الكفار فشهدوا وحلفوا على شهادتهم. Затем они тоже, два неверующих, поклялись Аллахом, что хорошо, что они, да, то есть говорят правду. ثم أمر أولياء الميت أن يحلفوا أن ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا فقضى على الوصيين بما حلفوا عليه. Тамам, то есть затем потребовал, чтобы хорошо, то есть родственники умершего, то есть наследники его, поклялись, что то, что вот иудеи и христиане вот эти сказали, неверующие, являются правдой, и они поклялись также. И тогда Аллах, то есть, наверное, кадаа аль-вусайин, то есть тогда, то есть сказал, он повелел, чтобы эти, то есть двое вернули то, что, то есть заявляют они. Валлаху тааля алям. وأما حقوق الله عز وجل فمن العلماء من قال لا يستحلف فيها بحال. Что касается прав Всевышнего Аллаха субхана тааля, некоторые ученые сказали, что не требуется в них клятва в принципе. В права Всевышнего Аллаха субхана тааля не требуется в них клятва. То есть если кто, то есть у нас вопрос: ты выполнил то или иное право Аллаха субхана тааля? Он говорит: то есть не нужно, то есть заставлять меня клясться и так далее, когда у нас какая-то тяжба и так далее. Умину манкали юстахляфу и затухим. То есть и другие сказали, что если, то есть есть какое-то подозрение, то можно заставить его поклясться. Уараваль халлялю би иснади. То есть халляль передал со своим иснадом. Ани рукейн ибн раби анабихи аннаху кал. Каля джашара ай шарада ли ахи фарасун би айни тамр. Говорит, что
говорит, то есть убежал конь моего брата, хорошо, то есть в местности, которая называется Айнутамар. Фараагу фи марбати Саад. И он увидел его в местности Марбат Саад. Факаля фараси, и он сказал, это мой конь. Факаля Саадун аляка байина, то есть и Саад ему тогда сказал, то есть у тебя есть довод на это? Каля ла, валякин адууху фаюхамхайму фадааху фахамхам фаатаху я. Он говорит, нет. Но, говорит, когда я его зову по имени, он ко мне, то есть бежит сразу. Хорошо, то есть он позвал его, он прибежал, и Саад сказал, это твой конь. Тогда это твой конь. Также Абу Зинад говорил, كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم الى اهلها بغير البينه القاطعه. То есть Умар ибн Абдул Азиз возвращал, то есть какие-то вещи, которые несправедливо были забраны у каких-то людей без, то есть явного какого-то, то есть чёткого довода, كان يكتفي باليسير. То есть если есть какие-то, то есть слабые доводы и так далее, он это, ему этого бывало хватало. إذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه. Например, когда видит человека и по его лицу видно, что действительно, то есть его притеснили и так далее, ولم يكلفه تحقيق البينة, то есть не заставлял он его, чтобы он, то есть приводил точные доводы и так далее. لما يعرف من غشهم من غشم الولاة قبله على الناس, потому что он знал, что, то есть те, которые были до него, они, то есть в этом вопросе, то есть правители, имеется в виду, они что, то есть не переживали так за людей и так далее. То есть, как я вам говорил, что вопросы суда в любом случае возвращаются к иджтихаду, к усердию, к проявленному судьей. То есть он иногда бывает из-за каких-то сторонних и так далее доводов говорит, что так-то, так-то, потому что он берет это на себя. То есть, и поэтому богобоязненный из них возьмет это на себя только тогда, когда он в душе уверен. То есть, и он понимает, что действительно вот Аллах Субханаху открыл его сердце. Хорошо, и поэтому, если он это сделал искренне и так далее, то пусть знает, что, то есть, он перед Всевышним Аллахом Субханаху чист, если он, естественно, не... то есть пошел поперек сунны посланника алейхиссалам по повелениям Аллаха и так далее и тому подобное. Поэтому посланник алейхиссалам сказал инакум тахтасимуна илей, что вы хорошо, то есть приходите со своими тяжбами ко мне, чтобы я вас рассудил. Валяля бадакум якуну альхана фи худжати мин бады, быть может кто-то из вас лучше умеет хорошо, то есть завуалировать свое заявление и так далее, чем кто-то другой. И поэтому, то есть просто, то есть мискин, на самом деле его притеснили, и пришел притесняющий и красивыми словами и так далее и тому подобное. Хорошо, то есть и, я не знаю, то есть ну ты не можешь там а б м то есть и так далее с два слова хорошо связать, а этот вон как этот самый Говорун Говорунович и так далее. Хорошо, и поэтому, то есть, я что сужу в пользу этого человека, хорошо, то есть, этого разговора, то есть, тот, кто хорошо, то есть, приводит, то есть, аргументирует свою точку зрения и так далее и тому подобное. И посланник алейхиссалат сам сказал, что пусть знает этот человек, что я ему то, что даю, фактату алю мин ан-нар, то есть, я ему, то есть, даю какую-то, отрубаю ему долю огня. Фалистакилля улистакфир, то есть пусть либо возьмет мало, либо возьмет много. То есть смотри сам, хочешь какой-то маленький кусок, кусочек огня, или же вообще не хочешь огонь. То есть и тогда смотри сам. То есть да, ты можешь сейчас, то есть как-то там и так далее привести миллион доводов, как будто бы ты прав и так далее и тому подобное, в то время как ты знаешь, что на самом деле ты ошибаешься, а этот человек прав, и ты его притесняешь. Хорошо, то есть это очень и очень опасное дело. Аль-Кады говорил, القاضي عياد наверное, да, أبو يعلى, قاضي أبو يعلى, хорошо, الحنبلي говорил, أن الأموال المغصوبة مع قطاع الطريق واللصوص يكتفى من مدعيها بالصفة. То есть когда, то есть мы находим какие-то имущества у людей разбойников, те, кто известны у нас разбоем, и кто-то пришел заявлять о том, что они его ограбили, нам достаточно от него просто узнать описание его имущества. То есть если он сказал, что у меня было такое-то, такое-то, такое-то имущество, и его своровали такие-то, когда мы их увидим, мы увидим у них это имущество, мы скажем, сюда давай, хорошо, это не твое, тамам. Каллюкатати ва аннаху захиру калями Ахмад, то есть как будто бы это что, люката, что такое люката, что люката? Находка, да, это какая-то находка. То есть это как это, то есть это виднеется из слов имама Ахмада, то есть как будто это его мнение, Аллах Субхану Тааля знает лучше. Тамам. Польза этого хадиса. Первое, анна аль-асля барату дзимма. Что основа, или же как мы сказали, что это называется в современном судебном деле презумпция невиновности. Что основа непричастность, основа то, что человек невиновен. Основа в том, что человек невиновен. И это прелесть шариата, субхану. То есть сегодня во многих странах неверующих основа в том, что ты во всем виноват. Хорошо, то есть дело-то есть, был бы человек, называется, субхану, Аллах мустан. Что касается шариата, нет, основа в том, что ты невиновен. И никто не имеет права ничего тебе говорить, пока он не докажет. Пока он не докажет твою, то есть вину. Что касается тебя, тебе достаточно поклясться Всевышним Аллахом, субхану тааля. И также наоборот, братья, опасная, то есть опасность в шариате, что? То есть свидетелей. Свидетель. То есть я знаю такие случаи, когда четверо свидетелей, просто грешники, субханаллах, фасики, субханаллах, объединялись и лгали на человека.
И ему приходилось 2-3 месяца доказывать свою невиновность. Хорошо, то есть разные доводы собирать и так далее, свидетельства многих людей и так далее. В то время как он даже сам рассказывал, что судья, когда приходил и только первый день меня встретил, он мне сказал, говорит, «Аль-му'мину мубталя», верующий человек будет испытан. Видно, говорит, 99% я понимаю, что ты вообще не виновен. Но, говорит, сейчас пойдет тяжба. Почему? Потому что по шариату. Потому что в шариате 4 свидетельства, 4 свидетеля – это нелегкое дело. Это не потому что... То есть 4 свидетеля за свидетельство. Это, то есть, тебе не просто то, что ну как, ты же видишь, что я... Нет, я нет такого, видишь. И поэтому у нас придет с вами использ, что судья не должен, то есть потому, что ему кажется, видит в основе своей. Основа – это что? Аль-байинату аль-муддай, валь-ямину аль-ман анкар. Что, то есть эти должны привести довод. Эти привели довод 4 свидетельства, не 2 даже. 4 свидетельства. То у тебя что? То есть ты от того, что 20 раз поклянешься, пока ты не придешь, такой же довод сильнее, чем у этого человека, ты, то есть, не спасешься и так далее. Тама. Вторая польза – аннаху ля янбагиль вусуку би каули кулли каэль. Что не полагается человеку верить заявлениям каждого заявляющего, каждого человека, который что-то говорит, ему каждому верить. Это неправильно. Третья польза. Анна нас яхлибу алейхиму зульму валь кадиб. Что чаще всего проявление у людей, то есть, или же чаще всего у людей проявляется несправедливость и ложь. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что если бы каждому давали бы то, что он заявляет, то люди бы заявляли бы чужую кровь, чужое имущество и т.д. Не понравился, а это, знаешь что, еще что-то, ну, сосед машину купил, а это на самом деле моя машина и так далее. Аллаху мусталь. Четвертая польза – химаяту шара или амвали наси ва димайхим. То есть то, как шариат защищает и охраняет, оберегает имущество людей и также их кровь. Пятая польза – анна актара кавааде шариа мундабита. Указание на то, что большая часть правил шариата, то есть дисциплинированы, то есть у них есть определенные, то есть хорошо, то есть урегулированные, дисциплинированные и так далее. Хорошо, то есть не какие-то, то есть ашваи, хорошо, то есть шиворот на выворот там или же, то есть без никакого, то есть порядка и так далее. То есть они все упорядочены. Шестая польза. Ифбату дава ва кабулю л-кады лаха. То есть если кто-то заявляет, то должен судья принять это заявление, хорошо, то есть если кто-то что-то заявил, и уже смотреть. То есть начинается уже тяжба, начинается дело. То есть я могу привести пример на это, то есть на разницу, и на то, насколько мы не привыкли на самом деле жить в шариатском государстве и так далее, особенно те, кто больше всего болтают и заявляют о том, что, то есть, нужно жить в шариате и так далее и тому подобное. То есть смотрите, из того, что происходит между людьми, из-за того, что происходит между людьми, например, авария. Человек, бывает, что случается авария, то есть кто-то просто врезался. Что случается, то есть рассуждают, то есть приходит служба, которая должна рассудить, кто виноват, кому сколько и так далее и тому подобное, так или не так. Тама. И это, этим занимается, например, чаще всего дорожные службы, так или не так, потому что, то есть, это не касается, то есть, никаких преступлений и так далее. Но если один из них скажет, что заявит на того, кто, то есть на своего обидчика, на того, кто врезался в его машину, что он это сделал нарочно, преднамеренно, тогда что происходит с этим? А? Тогда это дело переводится куда? Это уже уголовное, то есть так или не так, то есть этим уже занимается полиция. То есть как так, на каком основании ты, то есть это называется иатида, то есть ты хотел ему, то есть навредить, убить его или же ударить там и так далее и тому подобное. И оно все сразу меняется, и это заявление. И оно, то есть, обязательно должно хорошо, то есть, рассматриваться таким образом. То есть, это случилось у нас, хорошо, два человека, то есть, у них что-то между собой, хорошо, то есть, один человек ненавидит другого. И случилась между ними авария, стандартная авария, без там никакой, то есть, какой-то умеренности, умышленности и так далее не было. И человек начал кричать везде умышленно, он специально это сделал, специально. Несколько раз дорожная служба говорит, успокойся, подожди, не спеши. Нет, специально. Он сказал, все, специально, пусть полиция приезжает. Что сделает полиция? Если ты приведешь довод на свой специально, тогда все, тогда с этим человеком будет решаться уже, то есть, уголовные проблемы и так далее. Если ты не сможешь привести и доказать, что человек специально в тебя, то есть машина въехала и так далее, тогда что? Тогда возвращается это к тебе заявление. Тебя могут закрыть в тюрьме, хорошо, то есть как наказание. То есть откуда, на каком основании ты невиновного человека обвиняешь в каком-то, то есть, хорошо, то есть преступлении. Что касается того человека, ему что хватает сказать? Валлахи, неправда. Так или не так?
То есть поэтому, смотрите, суд — это нелегкое дело. То есть суд, оно работает хорошо не так, как нам кажется. Суд — это серьезное дело. Шариат все урегулировал. Все у нас дисциплинировано, альхамдулилля раббиль алямин. Там, то есть оно нет такого, что хорошо, то есть как в демократии где-то там это в Европе или еще где-нибудь и так далее. Хорошо куда-то подал там и так далее, сказал, что хочет и сказал, и ты, то есть не спрошен за это, нет. То есть в шариате судья может что? Тазир. Тебя наказать за то, что ты заявил на человека без никакого права на то. Без никакого права. То есть если он в ответ на тебя, например, и так далее и тому подобное. Тамам, в любом случае. Но то есть каждое заявление, то есть даже когда видно, что оно ложное и так далее, то оно будет рассмотрено. Потому что он заявил. Раз он заявил, мы будем смотреть. И там уже либо он довод приведет, либо же что, то есть этот поклянется и так далее и тому подобное. Тамам. Седьмая польза. Аннаддава ля будда антакуна муаджихатан иля мудда алейхи муайен. Что то есть заявление должно быть обязательно к тому, на кого ты заявляешь, к частному лицу. То есть на какое-то частное лицо. Хорошо. То есть никто не может суд на осень подать, например. Хорошо, то есть, или же на засуху, и так далее. Нет, на определенного человека. То есть на определенного человека, который растоптал, например, мои цветы там, или еще что-нибудь там, или же врезался в мою машину и так далее. Хорошо, то есть на какого-то конкретного человека. Восьмая, то есть потому что если человек за, на что-то, то есть абстрактное, подаст суд, то как мы заставим его клясться, хорошо, и так далее. Или приводить доводы и так далее. То есть понятно это? То есть то, что заявление должно быть на кого-то конкретного. На кого-то конкретного. Восьмая польза анналь асля анналь бейината аляль муддай. Что основа в тяжбах в том, что то есть заявляющий должен приводить довод. Девятая польза анналь мудда аляль юстахляв. То, что тот, на которого то есть заявили, в первую очередь у него требует что? Поклясться, если это то есть правда или нет. Потому что если он не поклянется, все, халас. То есть на этом вопрос закончен. Этот заявил, этот не отрицает. Десятая польза аннаху ляу анкара валям яхлиф якдил кады алейхи бин нукуль. То есть это называется что? То есть якун далилин ли муддай. Что то есть если человек то есть отказывается клясться, что то есть тогда мы заявляем, что он уклоняется. Уклонение — это что? Как будто бы он признает свою вину. То есть уклонение от ответчика — довод для истца. Уклонение ответчика — довод для истца. То есть смотрите. Таким образом простраивается у нас. Мы заставляем того, кто, то есть ответчика, то есть смотрите, у нас истец — это заявляющий, ответчик — это тот, на кого заявили. Истец не привел довода. Мы говорим ответчику, поклянись. Он говорит, я не буду клясться. Тогда мы говорим, что это является доводом для истца. А для у тебя это будет уклонением от клятвы. Твое уклонение является доводом для истца. То есть как будто бы он привел довод. И все. И тогда что? Возвращается право к кому? К истцу. То есть он забирает свое. Как мы сказали, что можно его тоже потребовать поклясться. Одиннадцатая польза, что основа в том, что анналь кады ля яхкуму би альми, что основа в том, что кады не должен судить по своему знанию. Я знаю, кто у них виноват, по ним видно там, нет, не должно быть. Кроме как мы сказали, если это будет, то есть карина и так далее, то есть косвенная улика какая-то и так далее. Но основа в том, что он должен судить, как пришло в этом хадисе, а не по своему знанию. Двенадцатая польза анналь ямина имма ямину собрин ау ямину гамус. То есть в данном случае в этих тяжбах бывает два вида клятвы. Либо же ямину сабр, либо же ямину гамус. То есть либо же клятва терпения, то есть против меня заявили ложно. И я, то есть клятва терпения — это когда я клянусь и говорю, в Аллахе это неправда. Это клянусь Всевышним Аллахом, неправда. Хорошо. Или же ямин гамус, окунающая клятва. Это что за окунающая клятва? Как пришло в хадисе, что ямин гамус — это та клятва, на которой нет искупления. Нету никакого кафара для этой клятвы. Искуплением его случится то, что в судный день, в любом случае, какой бы праведник этот человек не был, и если он даже заслужил вход в рай, то его окунут в огонь. То есть вот искупление этого, то есть этого этой страшной, то есть клятвы, это страшнейший грех. И это, то есть, что за клятва? Это когда человек клянется, чтобы заслужить право, которое не заслуживает он. То есть на самом деле это не его право. И он что? Лжет, чтобы получить что-то, то есть чужое имущество и так далее и тому подобное. То есть особенно в таких судебных тяжбах и так далее. Тринадцатая польза. Аннаху ля нам ля юхкаму ли ахад ли муджаррад дава. Что нельзя хорошо, то есть кому-то давать хукм, то есть сразу, то есть судить в пользу кого-то просто потому, что он заявил. Но он же сказал, ну что, он врач что ли будет? Нет такого, хорошо. 14 польза анналь муназаат минха хаккун ва батилун ва залим ва мазлум. Указание на то, что в судебных тяжбах бывает истина, бывает ложь, бывает притеснитель, бывает притесненный.
То есть все это присутствует в судебных тяжбах. Хорошо? То есть нет такого, что однозначно, если судебная тяжба, то по-любому этот прав, этот виноват. Нет. То есть бывает иногда, что этот пришел с истиной. Иногда бывает, что он наоборот лжет. Хорошо, иногда бывает он притеснитель, иногда он действительно притесненный и так далее. И тому подобное. Это что касается 33-го хадиса.